Всем доброго здоровечка. Только что приехал со склада транспортной компании и там забрал посылку. Это вот посылка, это какой-то очередной шаг, очередной виток в развитии моего хобби садоводства. Ну, не буду долгих предисловий делать, буду открывать посылку. Вах-вах-вах-вах. Собственно, что в посылке? Прививочная лента, моток, довольно такой большой. Это подарок от продавца. И вот такое вот устройство, которое называется прививочный секатор. Это, конечно, что-то. Буду сейчас распаковывать. Так, что же идет в комплекте? В комплекте идет два вида ножей. Так, попробую показать вам. Первый вот такой вот формы, с такой закругленной, а второй V-образный. Дальше упорный такой валик. Ну и непосредственно идет сам секатор. Для чего служит секатор? Ну, первое, им можно обрезать ветку, но опять же его не используют для обрезки, потому что это нецелесообразно. Хотя, я смотрю, здесь лезвия очень и очень даже острые, очень острые. Ну, это так, где-то там привил, обрезал. Но основная функция вот этого прививочного секатора, уже говорит его название, в том, что с его помощью можно делать прививки. Вот здесь упорный механизм, а вот здесь двигается вот этот нож, который есть двух видов. И сюда вставляется ветка, делается нажим, ветка разрезается, получается вот такой вот разрез. Сейчас я вставлю фотку, вы увидите. Потом ставится опять другая веточка, то есть подвой. Опять делается клац, делается опять вырез. И потом эти две веточки соединяются вместе как конструктор. То есть там нет ничего проще уже, как бы, как говорится, проще пареной репы. И с этой работой справится как бы любой новичок, даже который никогда не делал прививки. То есть после того, как ветки соединяются, нужно просто обмотать все прививочной лентой или обычной какой-то лентой полиэтиленовой. И все, прививка завершена. То есть с помощью такого вот ножа процесс прививки упрощается. И я его еще купил для того, чтобы прививать деревья, которые растут в открытом грунте. То есть, когда делается зимняя прививка, да, например, грубо говоря, у себя на кухне или в каком-то помещении, когда все можно крутить, вертеть, это легко. Но когда деревце растет в земле, сделать, там, например, улучшенную полировкой, да, прививку очень тяжело. Но если иметь такой вот девайс, то я думаю, что это будет намного легче. Ну, по крайней мере, я так думаю. Совсем скоро наступит весна, а еще раньше наступит февраль месяц. Я попробую сделать в этом году первую в жизни зимнюю прививку. И буду использовать в том числе этот вот секатор. Поэтому, если не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Не пропустите видео. Вот такой вот короткий обзорный, даже не обзорный, а просто информативный ролик получился. Пока покупкой доволен. Кому интересно купить такой вот секатор, внизу в описании к этому видео будет ссылка на место, где можно купить такой вот секатор. Заходите, смотрите,
покупайте. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.